Впечатление, что здесь сугуб баба. Почему-то она как ее ревнует. На какие эмоции зашла? Я вижу, она в постели с кем-то, с парнем. Эта мадам жила у него. То есть она переползла от этого парня? Да, у нее какая-то была ревность к нему. Как бы у него уже как бы нечего было его есть, что ли. И так она переселилась? Она переселилась. Мне показывает, что момент прям вот этого пика. Вот такой как будто как спазм, и она на нее как будто как одевает вот эту веревочку. Оргазм — это слив энергии. Это падение в вибрациях в энергии. Они, мне кажется, что они еще выпили до того, как. И слив энергии. И в этот момент... Да, они выпили. Бокалы я вижу. Как в течение жизни воздействует? Она ждет сексуальной энергии, чтобы она становилась больше мужиком, а не бабой. Мужские энергии ей придает сексуально. Да, чтобы больше была такой более грубой какой-то. Ей понравилась в этот момент ее сексуальность, женская энергия. Она поняла, что она может питаться ею. А зачем тогда проявляет мужские энергии? Чтобы что? Ну вот она ее сексуально забирает. И тем самым с мужчинами она более грубой становится. А, потому что недостаток женской. Она подъедает женскую, да? Да, она женственную сексуальность ее забирает. Тонкая копия. Какие советы может дать? То есть просто чистота связи партнера. Когда ты по любви, когда это любовь, там совсем другие как бы энергии, да? То есть через четвертую чакру надо... Да, то есть в любом случае, конечно... А поставь завесу, она меня дает. Она? Формируем дополнительную световую завесу между тобой и сущностью. 1, 2, 3. Мне не дают говорить. Ишь ты какая. 1, 2, 3. Не можешь воздействовать. Сиди тихо, а то сейчас решетку тебе поставим. Отстала? Да. То есть любовь двоих людей включается не только в том, чтобы получить оргазм, а в сливании энергии. Ты получаешь удовольствие и кайф от того, что сливается энергия. Энергия любви. Там совсем другая частота, совершенно другие вибрации. Если там, его не будет, да? Если да, через, совершенно, через... да, то есть это больше похоже на тантрический секс. То есть даже это может быть секс без оргазма. И ты уже от этого получаешь удовлетворение, прикосновение, от нежности, от вибрации. Это большой очень слив энергии, энергетический. Если ты не находишься в повышающих энергиях, в повышающих вибрациях, не знаешь, как с этим совладать, то в этот момент может подключиться кто угодно, кто есть в этом поле. А мальчик был низковибрационный очень сильно. Ну и плюс она еще сидела на нем. И это подцепилось. Интересно. Интересно, а почему она с него скочила? Он что там, импотентом стал потом? Или почему он ей не нравился, интересно? Ты знаешь, мне такое впечатление, что он пить стал. И заглушил сексуальную энергию, это ей не нравилось, она переползла. Да. Да, она ей показалась очень сладенькая в этот момент. Молодая, сладкая. Опять он. Рогатый, из глаз какие-то огонь. Опять как будто одно тело. Как будто схватил и как будто крыльями машет и поднимает. Вот что-то такое. Ну, как будто так, это один и тот же опять идет. Замер на месте, не действует. 1, 2, 3. Просто мы пока его увидели. На что подцепилась, в каком возрасте? 13. В руках какой-то бокал держит. Фужер. Пьет что-то там. Давай попробуем.
Так, никак они на тебя не воздействуют. Будем ставить завесу световую между тобой. Ну, и он там опять демонстрирует крылья, поднял, что-то там. Притягивается ответственный исполнитель за эту установку. Ой, под ягодичками что-то. Холодок пошел, и как это. И там как заискрило. Энергия в матку пошла оттуда теперь. Какая-то такая, как будто сексуальная уже, какая-то чуть-чуть такая идет от ягодичек. Какая-то такая расслабляющая энергия, знаешь. Тяжесть такая на бедрах, как будто кто-то сейчас вот тяжелыми лапами на меня прям встал. Навалился на меня. Ну, значит, район матки, скорее всего. Потому что пульсировать прям начало там вот между ног. Когда произносила, почему-то прям перед глазами мне появилось, что баба суккуб поняла. Да, вот как будто вот она где-то там такая. Во сколько лет подцепилась? Сейчас чувствуешь? У меня прям виски, проекция на виски перешла. Ага, то есть ты ее чувствуешь на висках? Когда... Что-то там на уши нашептывает. Ага, как давно подцепилась? 23 приходит. Что-то с бабами было связано. Какая конкретная эмоция пошла? На какие эмоции или действия? Что ощущал в этот момент? Знаешь, такое впечатление, что что-то связано, какие-то сексуальные лечения, что-то с сексом связано. Он упал на низкие вибрации, она к нему подцепилась. Начала ему там кошки мотать и вот эту сексуальную энергию забирать. Скажи, пожалуйста, воздействует ли на протяжении жизни всей или какого-то только периода времени она действовала? И как воздействует? Нет, она сидит, она ему... Все время сидит? Да, она сидит, она ему там это... У меня аж внутри головы хруст какой-то идет. Она ему давит голову, она его... Вот сейчас пришло понимание, как будто он за голову там дохватается такой. Вот у меня прям трещит в голове. Интересно, да? Вроде бы как не за половые органы, а именно за голову. Чувствую, да, голову. Давит на виски. А на что провоцирует? На что конкретно провоцирует? Она у него забирает энергию. И вот просто это... забирает? Нет, да, энергию какую-то. То есть она ни на что не провоцирует, просто забирает или как? Нет, она его провоцирует, она ему давит голову, она ему вызывает на эмоции какие-либо отрицательные, чтобы кушать. Она его сдерживает, в любви, мне кажется, тоже она его сдерживает. А как это понимать, сдерживает? Ну вот не дает ему проявлять чувства, потому что она как бы забирает у него эти чувства. Ну, она, короче, в общем, она, мне кажется, что она думает, что она его, что она его женщина. Да, она, конечно, и сексуальной энергии тоже села сосет, как бы. 6 герц. Как воздействует? Требует сексуальных удовольствий. Чем больше, тем лучше, говорит. Как не воздействует? Черт, ты знаешь, прям вот так сидит. Схватила так руками, да, и не хочет отцепляться. Ну, так, знаешь, как-то сжался вот так весь, но сидит еще там. Ага, и дальше. Вроде как боится, но... Хорошо. Если на его уровень пустит, условия проверки понял, кивает или что он делает? Говорит, ладно, ладно, уйду, говорит. Сама, говорит, будешь жалеть. Давай, собирай. А то сейчас будет 1, 2, 3. Будет. К проверке, когда будет готов, пусть кивнет. Что-то ложит себе за пазуху. Давай быстрей. Собирай манатки, до свидания. Да, собирает манатки, действительно. Давай свои котенки, собирай мешок свой. Какую-то веревку вытаскивается.